Всем привет, ребятки! Вы находитесь на канале Пандусик. Меня зовут Евгений. Играем мы с вами в Фазмофобию, нашу любимую. Находимся мы на карте Willow Street, как вы успели заметить. И играем на сложности безумия, на стандартном безумии. Так, нам необходимо сбежать от призрака, паранормальщина и снизить рассудок до 25%. Поехали. У нас туман, Шоли. Шоли туман. Точно, он самый. Ну, ладно. В домах туман не так страшен, нежели как на палатках каких-нибудь. Вот там дичь. Что-то странно, странно это... Щелкнула дверь. Оу, май, прям так сразу. Это что такое? Так, пойдем искать свет. Светку нашли. Так, надо не забыть, что проклятого нет и одна улика. А то я люблю это позабывать. Включим свет на случай того, что нам мансить придется. В гаражике. Так, что по нычкам здесь нету? Тепло. Призрак сейчас в подвале будет, смотри. Чувствую. Чувствую зёпа здесь тоже. О! Накаркало нет. В смысле, наоборот, не накаркало. Не вангануло нихера. Призрак у нас в синей комнатушке. Спасибо тебе за то, что дал нам быстрое взаимодействие. И еще и показал, что ты не они. Отлично. Еще и дверку теревну. Я сейчас еще успею за отпечутками сбегать. Как много информации в первую же минуту. Это хорошо. Мне это нравится. Я что, здесь даже свет не включила? Обалдеть. Так, помним, что не они. Надо сейчас отметить, а то вдруг у нас будет пачка и там. Ну, хотя, как обычно, обычно. Если у нас они, то... Ну, вернее, если в пачке выходит они, то обязательно... Не будет этой. Вот этого гаста с дымкой. Обязательно. Либо вообще его не даст. Ну, отпечатков нет. Ну, давай тогда смотреть огонек. А, подожди, отпечатки же 30 секунд здесь держатся, да? Угу, могла не успеть, слушай, точно, я забыла. Чуть-чуть подзабыла я. Кажется, 30 секунд, если я ничего не путаю. Если память мне... Вот, благодарю, спасибо. Нет, вот теперь я вижу, что отпечатка нет. Хорошо. Еще одно взаимодействие. О, минус появился. Ну, был только что. Пар изо рта. Есть, вот, да. Так, ну что, у нас минус? Давай смотреть внимательно огонек. Да ну нет. Так, давайте минус отметим. И они вычеркнем, вот. И я... Я бы вычеркнула... Тень. Блять. Не пиздец. Я не перемансю его. Райдюшка, что ли? Так, он медленно. Ну, это райдю, наверное. Подожди, а почему быстрая охота? А, ну гастов было два штуки, естественно. Ушел, все потерял. Слава богу. А, у меня нет радюшки. Это хантушки. Все. Бежим за благовошкой. Я сейчас прям была на грани выживания. Я просто подумала, что он там был быстрый, типа где-то мимо электроприбора бежал, а потом не бежал уже мимо электроприбора, и, соответственно, это... Таблетки пить не буду. И, соответственно, замедлился. Это просто хантушки самые обычные. Так, ну что, соль я осыпать... Хотя можно пофоткать, так что пусть будет и соль. Успею я крест отнести или не успею? Блин, вот опасно сейчас делаю. Нет, я сейчас, короче, кину и буду по одной вещи таскать. Все-таки осыкло. Кстати, очень хорошо, что я побежала не в нычку, а побежала мансить вокруг машины. Потому что если бы я нырнула бы в соседнюю комнату, то, вероятнее всего... Он меня увидел и скушал бы. Это точно прям. Вторую благовошку возьму. Фоткать призрака мне не надо. Ну, я попробую. Вдруг там ивентик даст красивый. Так, берем крестик и бежим его, в его комнату предотвращать. Кстати, рубанул щиток. Предотвращать охоту. Сейчас зайду сразу крест. У меня в руках съест, смотри. Не съел, ладно. Так, включу свет, чтобы мне можно было мансы мансить.
А то на слух я слабо ориентируюсь все же. Так, мне нужно сейчас посадить рассудок. Это, в принципе, несложно. Я свет вот просто в этом коридоре не буду включать. Кресты пусть кушает, я пофоткаю их. В свое удовольствие пусть ест крестики. Чё я там еще? А, вот сольку принесла. Ну и сольку рассыпем. Странно, не ест. Может, еще раз огонек проверить? А? А вдруг... А вдруг Фазма меня решила наебать? Это, конечно, маловероятно. Все-таки огонька... Это, блядь... Вот, быстрый. И медленный. Где ты там начал, что крестик не... Голышок, у меня голышок, я сразу не увидела. Голышу, я тебя не признала, блядь, сразу, прикинь. Потеряли. Где-то с конца комнаты в уголке начал, где крестик не зацепил его. Ладно. Не успела соль. А, нет, подожди, я ж... Это... Нет, не соль. Я не соль хотела, я... Камеру несла. Благовушка. Что там по рассудку? Не упал еще? Не упал еще. Скину. Тарелочку тут раскидывать, смотри, какой. Ты по... Ты по соли мне походил? А что ты мне по соли не походил? Вот, молодец. Ага, решила я. Блять! Напугал! Блин, он в эту комнату, походу, переезжает. Пугает меня! Зёпа! Так, я беру вторую благовонь. Свет в гараже горит, а я вот здесь вот в темноте постою. Ну, в баню эти фотки. Страшно что-то. Ну, нормально, 5 фотографий есть. Блин! Сбегаю за фотиком. Вдруг он мне гостик сейчас еще один даст. А я буду просто так стоять. Как-то он это, дышал сейчас слабо на ивенте, и мне немножко страшно было. Ну, Хант уж мансить на самом деле очень легко. А я вот все равно как-то пугаюсь. Как-то я все же пугаюсь. По идее, можно было бы уехать. Ты свет включил в своей комнате? Серьезно? А ты что? Давай гостик мне еще дай, и у нас с тобой вообще будет красота. Только такой гостик, который это... Блин. Две фотки осталось. Все, побежали. Ну, хошь как хошь. Сейчас дверь перед лицом моим как закроется. Не закроется? Не закрылась. Блин, я надеюсь, не на две звезды там этот засчитала светильничек. Удивительно, что светильник включил Ханту. Вроде бы как они не любят. В смысле? Почему не засчитала? Ребят, вы видели? Он сначала включил радиоприемник, потом включил вот этот вот торшер. Почему не засчитала? В каком месте? Вот же кнопочка включения здесь, нет? Вот... Вот это, нет? Или что это? Где он его включает? Или мне нужно где-то там выключатель внизу фоткать? Я негодую, блин. Так, Ханту отметила? Отметила, все. Блин, ну серьезно. Обидно. Идеальное расследование было бы. Что с этими светильниками не так? Где-то в другом месте, значит, фоткать надо. Взаимодействие происходит не на самом светильнике, а где-то в другом месте. Интересно, ладно. Досадно. Чуть-чуть. Хантушки, да. Ну, все. А где бонус 25? Ну, 10 долларов, типа. Недополучили. А так за фотки 60. Ну, ничего, нормальная катка получилась. Достаточно быстро призрак сразу спалился и в целом
Без таблеток даже обошлись. Всем спасибо, кто посмотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики и стримы. Всех обнимаю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Да, и хочу далее нажать, вместо того, чтобы остановить трансляцию. Все.